Если ты тоже ждешь зверя, ставь лайки, пиши комментарии, может быть, он тогда будет быстрее. Ну что ж, а сегодня мы, ребятки, с вами прокачаем гарпун до 20 уровня и посмотрим, насколько он крут. У меня пока что 10 уровень гарпуна и скорость перезарядки 102 секунды. Каждый уровень будет минус 2 секунды перезарядки. Посмотрим на 20 уровне, насколько он будет имбовый и как быстро перезаряжаться. Ну что ж, let's go, до 15 пока что качаем. Так, кстати, не шикен забрать. 11, 12, 13, минус 1, почему минус 1? 14, минус опять 1 скорость перезарядки. 15 уровень, ну что ж, 96 секунд перезарядка. Минус 1 опять также, минус 1. Мне хватит вообще серебра? Минус 1, да боже мой, почему минус 1-то? Минус 1, а сейчас минус 2, минус 2. То есть 20 уровень, скорость перезарядки минус 90 секунд, скорость перезарядки. Минус сколько у нас было секунд? Минус 12 секунд. Окей, немножечко получше. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько он крут. Сейчас перезагрузим. Полторы минуты он будет перезаряжаться. Но 12 секунд все равно немножечко будет, я думаю, сказывать в нашу сторону. Так, значит, вот он гарпун. Кидает выжившего и наносит ему критическое ранение. Начнем с мясника. Ну что ж, ребятки, сразу говорю, что поддаваться я не буду, буду ловить всех. Так будет интереснее. Я постараюсь поймать всех, вот моя будет главная цель. Первый пошел. Я думаю, с гарпуна начнем, потому что они по-любому будут обкидываться. Бау, все, попался. Я даже не знаю, мне кажется, стоит выбить дверь хотя бы, да? Хотя бы выбьем дверь, забираем. Отлично, они, возможно, уже побежали. Используем, давайте, невидимость и проверим, есть ли там кто-то. Потом будем ловить следующего. Так, так, так. Просто подбежим, да, и побежим в другую сторону. Я не люблю долго тусоваться, но это немножко неправильно. Так, запалили одного. Ну-ка. Где-то здесь тусуется. Где-то убежал. Ну-ка, 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 ну-ка. Бежим по следам. Ой-ой-ой, вот они следы. Бам, критическое ранение и минус Гарри. Так, используем, используем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, ладно, хрен на этот генератор. Нам надо поймать чувака. Так, бежим по следам, бежим, 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 бежим. У меня ножички, если что, есть. Лучше, конечно... Ой, я... освободили, да? Там освобождают. Ладно, освобождаю. Давайте посмотрим, кого там освободили. Один раненый. Давайте раненого, наверное, заберем. Бам, отлично, забрали. Второй побежал вверх. Мы это точно видели, мы это точно знаем, что побежал вверх. Поэтому давайте немножечко его обманем. Побежим через дом. Так, ну-ка, где он? Сейчас мы посмотрим, узнаем, где он. 15 метров. Он побежал в... Да, сюда он побежал. Так, так, так. Ничего, с двух пинков мы быстренько выбьем. Выбиваем дверь. И бежим, бежим, бежим. Гарпун уже почти перезарядился. Блин, реально имба. Подожди, блин, он меня пытается запутать. Все, перезарядился гарпун. На 12 секунд быстрее перезарядился. Я думаю, сейчас поймаем чувака. Мы даже не стали, ребятки... ломать генератор, да? Хотя, в принципе, можно. Давайте сломаем, пускай помучатся. Целых 5 генераторов. И у нас перезарядился, значит. А, мы уже знаем, где он. Перезарядился компас. Ну, я думаю, мы сейчас его точно найдем. Где-то здесь. Можно тут поломать, в принципе. Двери. Раз, два, отлично. Дедушка где-то здесь прячется, я думаю. Так, ну-ка, может быть, здесь. Используем, давайте. Вот, отлично. Все, 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 он спалился. Кидаем ножичек и побежали, в принципе, за ним. У него даже ничего, походу, нету. Всех поймали, все, ребят. Стопудняк, всех поймали. Отлично. И отмычек ни у кого не было. Вот такой вот наш гарпун 12 уровня. Теперь проверим культиста. 4400 он заработал. Маньяки нормально зарабатывают, если всех ловят, да? Ну, не очень. Мэри зарабатывал у меня больше 12 тысяч. То есть Мэри крутая. Культист, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Так, первым делом, я даже не знаю, не стоит, наверное, торопиться. Вообще, вот, повыбивать бы вот эти решетки, ну, долго. Так, у меня же есть... Да, ё-моё, что я делаю-то? Так, у меня есть вот эта штука, да, ярость. Пока есть ярость, нужно выбивать, нужно бить. Так, там кто-то кричит. Ну-ка, раз. Два, с двух пинков вышибают с яростью, отлично. Давайте вот это тоже сломаем. Раз, два, все готово. Отлично. Так, немножко повышибали. Давайте посмотрим. 16 метров. 16 метров. Надо поймать гарпуном хотя бы. А вон они тусуются.
А, готов. И давайте я тоже. О, нифига себе, крит прошел. Офигеть, сразу двоих поймали. Нормальный такой улов, нормальный. Так, забираем Лину, отлично. Че, будет их освобождать, нет? Они где-то были, где-то здесь тусовались. Так, мы же можем сломать легко генератор. Давайте сломаем, раз. Два, там уже освобождают. Ну ничего, они раненые. Сейчас их заберем быстренько. Так, где они тусуются? Сейчас мы посмотрим, где они тусуются. Блин, долго, конечно, без ярости. Надо по-любому ярость дать культисту. Так, 13 метров. Ну-ка. Вон, не ранен, смотрите. Бам, раз. Давай ножичком добьем уже. Отлично. Пускай ножичек перезаряжается. Раз, два поймали. Пускай пока умирают. А, 4 генератора и двое осталось. Еще один починили. Молодцы, ребята. Так. Я, наверное, возьму. Ярость, я еще быстрее бегаю. Вижу. А, Лина, по-моему, пробегает, да? Ну-ка. Так. Бежим за Линой. С двух пинков вышибаем, отлично. Я думаю, ярость нужно брать культисту. 27 метров. Так, один умер. 27, 19 метров. Все, бежим. Гарпун почти перезарядился. Ну, в принципе, прикольно, ребятки, на 20 уровне. Быстро перезаряжается гарпун. Это очень здорово. Можем уже использовать гарпун, и все. Ей хана, ГГ. Останется у нас последний. Все, поймали. Поймали Маркуса, и никто его не освобождает. А, кто у нас остался там? О, освободили Маркуса, молодец. Как Тоторо? Тоторо. Ладно. Сейчас мы вас высадим. А, вон она, Лина. Да, отлично. Отлично. Бам, отлично. Крит прошел. И теперь остался у нас Маркус. Маркус 31 метр. В смысле, не в высоту. Находится от меня. Бам. Я довольно-таки уже сильно вышибаю, даже без ярости. Ну, где наш Маркус? Где-то здесь был. Он раненый, мы его легко сейчас высадим. Вот, все. Все, нашли. Мы без всяких приметов даже его поймаем, я думаю. Возможно, это боты. Что-то в последнее время я замечаю, боты часто появляются. Если не были бы боты, конечно, мне было бы сложнее всех поймать. 5000 заработал, нормально, ребятки. Культист заработал неплохо. Так, теперь опять мясником, потом культистом поиграем и потом немножечко выжившими. Так, дело будет в бункере. Что-то мне кажется, опять сейчас ботов стали нам сувать. Это прям чувствуется. Так, вижу. Вижу первую. Сразу гарпуном. Где она? Так. Долго вожусь, это плохо. Это плохо, нельзя долго возиться. Сейчас починим все, блин, генераторы. Вот здесь тоже сломаем. Тут часто они будут бегать. Так, починили один, да? Окей. Если вы сломаете все двери, то вам будет проще их поймать, но долго, много времени уходит на то, когда вы все ломаете. Так, там кто-то кричит от страха. Блин, я просто не хотел сразу использовать. Не хотел сразу использовать вот этот приборчик. Наведение, да? Блин, боже мой. Боже мой, что-то опасно. Ой-ой-ой, они, возможно, сейчас все сбегут. Давайте смотреть, короче, где. 29 метров, сразу гарпуном надо. Надо ловить, ребят, пора их ловить. Сразу идет в дело гарпун. Следующий у меня крит будет. Пройдет. Так, отлично. Один есть. А, крит. Где он там? Где он там? Где он там? Так, в общем, дедуля где-то здесь. Мы сейчас его не отпустим. Он тут тусуется. Так, где-то здесь, ну-ка. Как он побежит? А, вот, смотрите, куда побежал. Где-то здесь ползает. Так, вот, побежал. Побежали. Так, сейчас крит пройдет. По-любому пройдет. Бац, отлично, поймали. Побежали сейчас за Гарри. Бежим. Там уже освобождают. Раз, два освободили. Так. Вот и Гаррика поймали. Но теперь надо по-любому идти назад. Так, пока они будут там лечить друг друга, наверное. А может быть, нет. Мэри сейчас быстро всех вылечит. Так, и Гарика тоже освободили. А, нет, Гарри не освободили пока. Пытаются освободить. Пытаются, нет.
Минус дедушка, отлично. Так, сразу бежим вверх. Давай выше, 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 молодец. Сложно ловить, ну, в смысле, ловить-то легко мясником, но они очень долго умирают в клетках, поэтому лучше поймать всех. Так. Так, готово, отлично. Забираем, и у нас осталась раненая Мэри. В принципе, мы легко ее высадим. Давайте через верх пойдем, немножечко ее обманем. Так, ну давайте выслеживать. Все. Все, можем прям за ней бежать. Все, она ранена, и мы ее легко сейчас поймаем. Вуаля. Причем все все живые, ребят. Мы всех четверых поймали до того, как кто-то умер. Прикольно, новый челлендж, да, поймать всех до того, как кто-то умер. Но я выполнил его. Культист последний раз. Пока что всех поймал. Два раза поймал всех за мясника. И один раз за культиста всех поймал. Посмотрим, как у нас сейчас получится. Так, ну что ж, погнали, ребят. Погнали. Ну и немножко поиграем потом за выживших. Сразу смотрим, сразу гарпун. Гарпун лучше сразу использовать. Это мое мнение, чтобы им было сложнее потом. Вот, это я понимаю. Это уже лучше. Это уже интереснее. Так, возможно, это онлайн. Так, дедуля есть. Так, ну-ка. Раз. Два. Кто-то там кричит. Кто-то там кричит очень сильно, громко. Где же вы, ребята? Где же вы, где? Так, тут никого нет. 30 метров. Знаете что, надо пробежать, короче, через дедулю. Да, где-то здесь чувак. Бам. Раз. Два. Ну, его спасут сейчас. Надо генератор сломать. Раз. Два. Надо сломать здесь дверь. По-любому здесь сломаем. Три. Блин, с трех раз. С трех раз будет. Они легко могут дедушку сейчас спасти, но они почему-то не спасают, боятся. Я же не охраняю его. Я тут пока подготавливаю. Я бы спас. В такой ситуации я бы по-любому спас его. Так. 26 метров. Все, прям рядом. Прям рядом, ребята. Так, бежим, бежим, бежим. Сейчас мы должны прям увидеть его. Так, вот он, Джек. Пытается спрятаться. Вижу другие следы. Ну ладно, давайте за Джеком пока побежим. Так, где ж ты, блин? Так, все, ловим Джека и бегаем за ним. Пытается спрятаться. Ну, не получилось у него. Не получилось спрятаться. Так, давайте используем ярость. Сейчас у нас как раз перезарядится. Да, блин, сломай ты его. 40 метров. Я знаю, где он. Сейчас мы туда идем. Так, за... Значит, за пещерой, да? Где-то здесь. Где-то здесь он тусуется. Так, Мэри, вижу. Ты следующая жертва моя. Мэри лучше поймать. Все, отлично. Мэри поймана. И остался один Foxy Play. Будет освобождать, нет их? Я тут пока потусуюсь. У тебя хороший шанс спасти их. Только двери повыламываю. Это тоже опыт, ребят. Опыт и монетки. Ну все. Все, конечно, он теперь там. И сейчас будет попытаться их спасти. Но у него не получится ничего. Так. Вижу следы. Всякие разные. И кровавые. Бам, отлично. Так, Джека опять поймали. И остался последний Джек. Тут нету туннеля. Так что. Ты попался. Тебе надо генератор по-любому починить. А у меня компас почти перезарядился. Так, давайте я тут выломаю дверь. С двух ударов уже выломаю. 20 метров. Ах ты, блин. Ладно, немножечко поживешь подольше. Давайте уже ярость используем, быстрее будем бегать. И становиться более сильными. А, подожди, я думал, ты туда зашел. Нет. Ну-ка. С одного удара, просто с одного удара вышибаем дверь. Офигеть. Вот это топово. А железную, ну-ка, железную. Ну, почти с одного, с двух ударов железную вышибает. Вот это нифига себе, вот это силище. Так, тут мы сломали же дверь, да, тут мы сломали дверь. Так, ну где ты? Давайте еще раз используем компас.
Он совсем в другую сторону побежал. Боже мой, мы так очень долго сейчас пробегаем. Ну все, уже смирись, у меня гарпун перезарядился, так что тебе ГГ. Мы победили. Подожди, ты, наверное, здесь, я думаю, где-то здесь тусуешься. Ну, конечно же, бац, все. Я думаю, это боты. Никто даже не поздоровался. Что у нас там, 5000? Нормально. В общем, ребят, никто не убежал с моих лап. Всех поймали. Два раза за культиста всех поймали и... Два раза за культиста всех поймали и за мясника два раза всех поймали. В общем, сколько мы поймали? 16... А, нет, 8, да 8, 16 человек поймали. Ну, а теперь попробуем Мэри поиграть. Мэри и Лина я хочу сыграть. И проверим, кто больше заработает. Такой экспериментик. Так, погнали. Я видел генератор, просто не хочу его чинить. Я хочу ближе, наверное, быть к этому... к логову, да, где мы будем... Где пойманные будут тусоваться. Чтобы мы могли их спасти. Так, все сбежали. У меня есть еще есть кольцо. Почему он за мной побежал? Нет, за мной не стал бежать. Правильно сделал. Так, все. Маркус будет первым. Моя цель их всех освободить. Так, отлично. Ну, что ты делаешь? Ну, зачем? Зачем? Боже мой, ты что сделал-то? Ну, я же рядом стоял. Не стоит сразу открывать. Это очень глупая ошибка, если рядом кто-то стоит. Если, конечно, не челлендж. Пофиксили, я на ходу не могу теперь лечить быстро. Если бы он остановился, я... Смотрите, когда он остановился, я его быстро лечу. Когда он уйдет, я не могу его быстро лечить. А раньше можно было. То есть этот баг пофиксили, отлично. Сразу давайте открываем. Видите, я его лечу, ее, когда она идет, но не так быстро. Если она остановится, мы быстро ее вылечим. Ну, она что, издевается? Ты умрешь так, если не остановишься. Так, ну неужели остановилась? Ну не бот, мне кажется, это бот, ребят. Люди бы так себя не вели. Маркуса опять поймали. Причем ничего пока что еще не починили. Это бесит, никто ничего не чинит. Вы что, издеваетесь? Реально генератор просто не чинит никто. Вот один, неужели? Причем Мэри починила. Я только что сейчас вкупил, ребята. Тут такие персонажи, которые вообще не умеют чинить. Хуже всех чинит Мэри и Маркус, ребят. Блин, вот попадалово-то. Попандос. Офигеть, смотрите, как медленно Мэри. Ну, Маркус чуть-чуть, совсем на миллиметрик получше чинит. Это ничего не значит, но все равно плохо. Хреново он чинит. Где-то здесь. Так, используем опять аптеку. Продолжаем чинить. Там Маркус стонет от боли, по идее, надо бы его подлечить. Давайте постараемся его найти. Пока что один генератор только починили, офигеть. Где Маркус броет? Да блин, поймали Маркуса. Маркуса поймали, хреново. Я сейчас спалилась. Фокси, блин. Все хана, чувак. Все хана Фокси, короче. Если бы он остановился, я его быстро бы починил. Ну так обычно боты поступают. Это бот, ребят. Так. Пожалуйста, дайте я вылечу. Маркус, остановись. Вот, неужели? Все, теперь валим. Надо вот этот дочинить генератор. Мэри поймали. Я уже устал спасать их. Кто-нибудь будет генераторы чинить? Потом придется дочинить. Может, он не придет сюда? О, боже мой, ну почему так сложно? Ну все, Маркус хана. Минус один. Будет жестко. Только в одиночестве у меня будут хорошие шансы, потому что он в два раза быстрее.
будет чинить. Так, у меня есть только святая вода. Надеюсь, у него нету гарпуна. Так. Вот, давайте вот этот продолжим чинить. Может, уйдет? Ну, конечно, он не хочет. Так, у меня еще кольцо, если что, есть. Побегать, помансить, постараться. Но если у него будет, блин, если у него будет гарпун, то хана. Против лома нет приема, да, как говорят. Во, молодцы, ребята. Молодцы. Мэри почему-то не кричит. Так бы я бы нашел бы ее и вылечил. Вот она, Мэри. Так. Отлично. Так, хоть Мэри вылечим, давайте. Все, бежим. Блин, я лучше аптеку буду заранее брать. Блин, помоги, ну ты чё? Убежал куда-то, прикол. Охереть. Я не знаю, сколько я заработаю, если я выживу, но я уже довольно-таки много их вылечил. Я в шоке. Ни Мэри, ни Маркус не умеют чинить генераторы. И надо же, попались в катки, офигеть. Вот ирония. Да уж, поэтому все так долго происходит. Долгая катка, да, когда либо Мэри один, либо одни Маркусы. Либо Мэри и Маркусы. Два, немножко что осталось. Не иди сюда. Давай. Прикол в том, что я сомневаюсь, что меня спасут. Потому что боты редко когда спасают. Им вообще насрать, они стараются генератор починить. Ну, в данном случае что-то я не вижу, чтобы кто-то старался чинить генераторы. Так, ладно, бежим. Тут, подожди, тут мы не дочинили генератор? Или починили? Я уже забыл. Отлично, блин. Вот офигово, конечно. Он сейчас сюда пойдет. Она точно туда побежала? Ладно, валим. К машину ушел? Так, спалилась. Все, сердцебиение закончилось. Давайте пробуем. О, блин, он сломал, короче, генератор и ушел. Гребаная фигня. Да нет, да ну нет, ну что такое-то? Да вы издеваетесь. Мэри, 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 их Мэри. Блин, жопа. Надо спасти Мэри. Надо спасать Мэри. Видите, даже спасибо не скажет. Это боты. Это, ребята, боты. Пожалуйста, остановись. Тебя убьют, если не остановишься. Только не уходи. Мне уже даже опыт не дают за спасение, по ходу дела. Ни опыта, ни деньги. Зато с помощью ботов можно определить, где маньяк. Я тоже заметил. Так, ладно. Козырек есть у меня. Надо кругаль, короче, сделать. Блин, да где-то... Надо вернуться, короче, починить тот... Дочинить генератор. Офигеть, ну почти. Мы его почти починили, боже мой. Жесткая катка, блин. Я не хочу, чтобы Мэри тоже всех поймали. Они мне пригодятся, когда я буду сбегать. Они могут дверь открыть или отвлечь маньяка на себя. Не говори, что ты здесь где-то. Не взрывайся, прошу тебя, не надо. Так, маньяка пока нету рядом со мной, это уже хорошо. Или он подходит? Блин. Спалился. Но он пошел ломать генератор. Отлично. Так, очень хорошо. Неужели починили генератор? Боже мой. Погиб только Маркус. Как иронично. Один мужчина и три Мэри, возможно, спасутся. А может быть и нет. Все, убегаем. Все, ребят, три Мэри спаслись. Сколько мне дадут за это? 7000.
плюс 75%, 777. 12400 получает Мэри, ребятки, и 13000 опыта. Довольно-таки нормально. Максимальное количество золота 50 из 50. Я уже где-то 300 или 400 заработал просто так, играя за золотых, не донатя. У меня 3900, по-моему, был. Вроде как. Команда собрана. Начинаем. Так, ну тут у нас есть Лина и Джек. А довольно-таки нормально чинит генераторы. Маркус, конечно, фиговый. Поэтому сейчас, наверное, у нас будет лучше положение. А линии за спасение дают тоже довольно-таки много. Так, надеюсь, у него... Надеюсь, у него нету гарпуна. Я бы не хотел словить на себе гарпун. Уходи отсюда! Скажешь что-нибудь? Что-то никто вообще слова даже не проронил. Походу, ребятки, вы меня тоже не увидите в игре Horrorfield. Ну, это легко определить ботов. Да, сейчас пока что опять боты попадаются, боже мой. Печально, конечно. На, блин. Маньяк всегда бежит. Особенно бот-маньяк. Бот-маньяк бежит на взрыв генератора. Так, ладно. Маньяки также не хитрят, видите, если они ломают дверь, то они до конца будут ломать. Виола. Странно, как все ведет. То убегает, то не убегает. Ни один генератор, ребят, еще не починили. Боже мой, боты, вы что делаете? Никто не чинит. Нормальные люди бы уже давно починили бы. Так, ладно. Не стоит убегать, ребят, мало ли. Он мимо меня просто будет пробегать. Тем более генератор не взрывался. Это очень хорошо. Давай починим и пойдем к клетке. Все. Все. Кстати, Мэри тоже побежала к клетке. Или нет? Нет, она пробегает. Если бы был человек, он мог остановиться. Так. Джека не поймали. Возможно, разработчики что отключили сервера, может быть, они работают над игрой Horrorfield. Им лучше пока что убрать онлайн. Может, у них какое-то обновление намечается. Было бы здорово. Ладно, два генератора и все, ребят. И мы заканчиваем. На опять этот костер в ушах. Всегда бесит. Никто так никого и не поймал, боже мой. Мэри, может быть, поймает сейчас. Я хочу дочинить генератор. Так, отлично. Сейчас быстренько вылечим Мэри. Главное, не убегай. Мэри сама ко мне подошла, смотрите. Попросила меня вылечить. Вот, ребятки, тот самый тотем, который был в видео, помните? Только он почему-то тут железный, не деревянный. Так, последний геник. Все, отлично. Можем сбегать. За решеткой никто не был. Блин. Если бы были кто-то за решеткой, я бы больше получил опыта. Ну все, сейчас быстро откроем и убегаем. Маньяка ударили. Издеваться над маньяком. Ну все, можно уже убегать. Пам-парам-па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 
работает. Тут понятно, 3400. Так что про это я и говорю, что Мэри довольно-таки хороший перс, много зарабатывает. Ну и вообще она славная. С вами был Таридис, ставьте лайк, пишите комментарии, тогда будет обязательно больше видосиков по Horrorfield. И также не забывайте про канал AlexPlay, ребятки, я там сейчас снимаю Far Cry New Dawn, также Dead by Daylight, а Dead by Daylight это тот же самый Horrorfield, изначально был Dead by Daylight, а потом по этой игре, по Dead by Daylight, сделали игру Horrorfield. Так что, ребятки, самая первая игра была не Horrorfield, а Dead by Daylight, именно благодаря этой игре. И есть Horrorfield. А Dead by Daylight ты можешь увидеть только на канале AlexPlay. Только я там снимаю. Ой, что-то фигню говорю. Ну, в смысле, на канале AlexPlay я снимаю Dead by Daylight, на канале Daridi я снимаю Horrorfield. Так что заглядывай на канал AlexPlay. Да, напиши на ютубе AlexPlay, и ты меня найдешь 100%. Жду тебя там. Всем до скорого, пока-пока.